Rajajaranjana. Yeah.
Anachari Jaya Kunj Vihari Jaya Kunj Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Читание колесницы Расаятры.
Balishta Daita Gana Yena Mata Hati Jagannath Vijaya Karaya Kari Hata Hati. The very strongly built Daitas, or carriers of the Jagannath deity, were as powerful as drunken elephants. They manually carried Lord Jagannath from the throne to the car. Очень сильные, сильного телосложения даиты, носильщики божества Господа Джаганнатхи, были, обладали такой силой, как пьяные слоны. Они на руках перенесли Господа Джаганнатху с его трона на колесницу. Комментарий. Слово даита указывает на того, кто получил милость Господа. Господь Джаганнатха, у Господа Джаганнатхи были несколько сильных преданных слуг, известных как даиты. Эти слуги происходили не из очень высоких семей. Они происходили не из брахманов, кшатриев или вайши. Но поскольку они были задействованы в служении Господу, они возвысились до очень уважаемого положения. Поэтому их называли даитами. Эти слуги Господа Джаганнатхи заботились о Господе со дня снана ятры и до того времени, как Господа переносят на трон колесницы Радхаятры. Кшетра Махатми эти даиты описываются еще словом сабары, или их называют кастой, которая держит и продает поросят. Однако среди даитов также есть много таких людей, которые происходят из касты брахманов. Эти даиты происходят из брахманских семей, которые происходят из брахманских семей, называются даитапати, или лидеры всех даитов. Даитапати предлагали Господу пищу во время анавасары, во время отдыха после снана ятры. Также они предлагали утреннее подношение сладости каждый день. Говорится, что во время анавасары Господь Джаганнатха страдает от жара, и что даита пати предлагает ему лекарство, которое представляет из себя фруктовый сок. Говорится, что сначала Господь Джаганнатха принимал поклонение от этих сабаров, которых и за это Господа называли божеством. Тогда Господа называли Нила Маджава. Позже, когда божество было установлено в храме, Господь стал известен как Джаганнатха. Поскольку даиты были набраны из этих людей, которых называли шабары, все преданные шабары возвысились до положения даитов. Мамагьянтамадандасья гинангина шалакая чакшуна милитам джанатазмай сигаравей намаха Шри Чайтанья манобистам стапитам джанабутилай шрайм рупакадамаям дадантисва патантикам Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasudeva Gaura Bhakti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Sri Gaurikai Ki. First of all, we'd like to welcome all the devotees who arrived this morning. В первую очередь я хотел бы поприветствовать тех преданных, которые прибыли сегодняшним утром. Приехали преданные из Вильнюса. Приехали преданные на автобусе из Риги, из Латвии. And other places, I'm sure, as well. И я уверен, приехали преданные из других мест также. So welcome to Lord Jagannath's Rathyatra. Добро пожаловать на Ратхиатру Господа Джаганнатхи. You're definitely in the right place at the right time. Вы находитесь совершенно определенно в верном месте в верное время.
So this verse of Chaitanya Charitamrita, the pastimes of Lord Jagannath Swami at Rathayatra are being described. В этом тексте Читания Чаритамрита описываются игры Господа Джаганнатха во время Ратха-ятры. The Lord has left the Гундича temple and he is mounting his Rath car to ride down the streets of Jagannath Puri with his sister Subhadra and his brother Balaram. Господь Джаганнатха покинул стены храма Гундича, и вот он собирается на колеснице Ратха-ятры, чтобы вместе со своим братом Господом Баларамой и сестрой Субхадрой отправиться на улицу Джаганнатха Пури. This is his mercy that he leaves the temple and goes to the streets where thousands or sometimes in the case of Puri, billions of people can see him. Это особая милость Господа, проявляющаяся в том, что он покидает стены храма и отправляется на улицы города Джаганнатха Пури, где его могут видеть тысячи, а иногда миллионы человек. Actually, devotees of the Lord, they're always hankering to see the beautiful form of Krishna. На самом деле, преданные Господа всегда стремятся созерцать прекрасную форму Кришны. Because nothing in this world, no form in this world actually satisfies them. Потому что на самом деле ни одна форма в этом мире не принесет преданному удовлетворения. A conditioned soul, a materialistic person, he's always hankering to see the so-called beauty of a woman or a man. Обусловленные души, материалистичные личности всегда стремятся созерцать так называемую красоту мужчины или женщины. Or some other form of illusion, some other form of Maya. Или какие-то другие иллюзорные формы, формы Майи. But a devotee is different. A devotee wants to see the original beauty of Krishna. Но преданный отличается от них. Преданный всегда хочет созерцать изначальную форму, красоту Кришны. He's always hankering for this beautiful form. Он всегда с жадностью стремится к этой форме. Therefore, the Lord is so kind that he appears as the deity. Поэтому Господь настолько добр, что появляется как божество. Because the neophyte devotee is not yet pure enough to see Krishna. Преданные неофиты еще недостаточно чисты, чтобы увидеть Кришну. What is the qualification for seeing Krishna? Какова же квалификация должна присутствовать у преданного, чтобы он увидел Кришну? Приманджани чурити бхакти валочанена. When the eyes are covered with the ointment or the salve of love, bhakti, then one can see Krishna. Когда глаза преданного мощены бальзамом любви, бхакти, тогда он может видеть этими глазами Кришну. But as long as one's heart is impure, contaminated by lust, by anger, or greed, one cannot see the original beauty of Krishna. Но до тех пор, пока сердце нечисто, пока оно осквернено гневом, жадностью, вожделением, Кришну видеть невозможно. But still, the neophyte devotee, he's devotee. Но все же преданный неофит является преданным. So Krishna takes great compassion upon such a devotee. И Кришна проникается к таким преданным большим состраданием. That although we're not yet qualified to see the original form of the Lord, nonetheless, he appears before us in a transcendental form called Archa-Vigraha. И хотя такие преданные недостойны увидеть изначальную форму Господа, все равно Господь, несмотря ни на что, является перед нами в форме, которая называется Archa-Vigraha. Literally translated, Archa-Vigraha means the deity or the mercy incarnation of Krishna. Буквально слово Archa-Vigraha переводится как божество или, точнее, воплощение милости Кришны. There's different types of incarnations, as we were discussing yesterday. Вчера мы обсуждали, что существуют различные виды инкарнации. And even in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj elaborates on the different types of avatars, the guna avatar, the lila avatar, like that. И даже в Читании Чаритамрити Кришнадас Кавираджа Госвами подробно разбирает различные виды аватар, гуна аватар, лила аватар и так далее. Шактаваша аватар, different types of avatars that come from the spiritual world. Также он разбирает Шактаваша аватар и другие различные аватары, которые приходят из духовного мира. But this avatar, this Archa-Vigraha, it is very special. Но эта аватара, Archa-Vigraha, очень особенная. That the Lord appears before us in such a way that we can see his beauty. Поскольку Господь является перед нами таким образом, чтобы мы могли увидеть его красоту. And we can serve him personally. И чтобы мы могли лично служить ему. The deity form of the Lord is carved from material elements. Форму божества Господа создают из материальных элементов. Like wood, как, например, дерево, or marble, мрамор, or stone, камень. Sometimes the deities are also carved from jewels. Иногда божества также вырезают из драгоценных камней. One can even make a deity through mental energy by conceiving of an authorized form of the Lord in one's mind. That also becomes deity. Также можно создать форму Господа,
в уме из ментальной энергии после по образу изначальной формы Господа. And then through the authorized process mentioned in Vedic scriptures, one requests the Lord to appear in that material form, in those material elements. И после того, как эта форма создана, преданный просит Господа, как указано в Третьих Писаниях, чтобы он проявился в этих формах. And once by His mercy the Lord appears in that form, it's no longer considered material. И после того, как Господь по своей милости проявляется в этой форме, эта форма больше уже не считается материальной. Because by the Lord's presence He turns matter into spirit. Поскольку своим присутствием Господь превращает материю в духовную энергию. That is the achintya, or the inconceivable nature of the Lord. Так это называется achintya, или непостижимая энергия Господа. That He can turn matter into spirit, and He can turn spirit into matter. Он может превратить материю в дух и дух в материю. Originally everything was Brahman, everything was spiritual. Изначально все было Брахманом, все было духовным. But when the Lord desired to create a material creation where the conditioned souls or the rebellious souls could come and try to enjoy, then spirit was turned into matter. Но когда Господь пожелал создать материальную вселенную, куда могли бы прийти души и наслаждаться материей, получилась материальная вселенная. Originally everything was Brahman or spirit. Изначально все было Брахманом или Духом. But the Lord took some of that spirit and by His will, by His inconceivable potencies, He turned it into matter. Но Господь по своей воле взял часть этого Брахмана и превратил его в материю. So is it difficult for the Lord to take that matter and turn it back into spirit? И сложно ли Господу снова взять эту материю и превратить ее обратно в Дух? If you say that God can't do that, you don't understand what is God. Если вы скажете, что Господь не может сделать этого, это значит, что вы не понимаете, кто такой Бог. You can't say God can't do that. That means He's not God. Нельзя сказать, что Господь не может такого сделать, иначе это означает, что Он не Господь. Is there anything God can't do? Есть ли что-то такое, что не может сделать Господь? He's Yogeshwara. Он Йогешвара. Yogeshwara means He's the master of all mystic powers. Это обозначает, что он является повелителем всех мистических сил. So one of His mystic powers is He takes matter, and by His presence it turns into spirit, spiritual energy. И одно из его мистических совершенств проявляется в том, что он берет материю и превращает ее в духовную энергию. Now how do we know that the deity form of the Lord is spiritual? Как же мы узнаем, что форма божества является духовной? How do we know? Как мы узнаем об этом? Не похоже вроде, что они двигаются. He's not talking to us. И не разговаривают с нами. How do we know that beyond, of course, just accepting Shastra, what is the proof that the Archivigraha is totally spiritual? Какое доказательство существует, кроме Шастр, подтверждающее, что Archivigraha абсолютно духовно? That by serving that form of the Lord, you become spiritualized. Доказательство того, что служа этой форме Господа, вы одухотворяетесь. Just like if you touch a live wire, a wire is broken from the telephone. If you touch it, you become electrified, electrocuted, we say. Как, допустим, если вы коснетесь оголенного провода, оборвется какой-нибудь провод какой-нибудь телефонной компании, если вы коснетесь, то, как говорится, вы наэлектризуетесь. You can't see the electricity. Электричество увидеть вы не сможете. That's why a naive person, an ignorant person, he may pick up that telephone wire, which has fallen from the cable, and not knowing the potency of that wire, he becomes kaput. Точно так же человек совершенно невежественный может схватиться за этот провод, чтобы поднять его на место, но тогда ему настанет капут. Because you can't see the electricity. Потому что электричество увидеть нельзя. But you can certainly see the effects of the electricity. Но совершенно определенно можно видеть результат действия электричества. If you touch that electric cord, you're finished. Если вы коснетесь этого электрического провода, вам наступит конец. So in the same way, if you touch the form of the Lord as the deity, you become spiritualized. Точно так же, если вы будете прикасаться к форме Господа в виде божества, вы одухотворитесь. It's not the finish, it's the beginning. И это как раз не финиш, это начало. The beginning of your spiritual life. Это начало вашей духовной жизни. Deity worship is actually meant for the neophyte devotee of the Lord. Поклонение божествам как раз предназначено для начинающих преданных Господа. Who still has so many impurities in the heart. У которых все еще есть какие-то нечистоты в сердце. And by associating with the all spiritual form of the Lord, those material qualities become purified. Но благодаря общению с полностью духотворенной формой Господа эти качества очищаются. So this is the result of worshipping the deity, is that you become purified.
И в результате поклонения божествам вы очищаетесь. If you go and worship some statue downtown, you're not going to become purified. Если вы пойдете в центр города и будете поклоняться там какой-то статуе, вы вовсе не очиститесь. In fact, you'll probably increase your material desires. На самом деле вы просто увеличите свои материальные желания. If you worship some material person, then you become more material. Если вы будете поклоняться какой-то материалистической личности, вы станете более материалистичным. Just like today, people worship rock stars and you know, musicians and scientists. And как, например, сегодня люди поклоняются рок-звездам, ученым, музыкантам и так далее. The result is they become more mundane. В результате этого они становятся еще более материалистичными. But if you worship Krishna as deity form, you become purified. Но если вы будете поклоняться форме Кришны, его форме божества, то вы одухотворитесь, очиститесь. So this is the mercy incarnation. Итак, это воплощение милости. He's the, one of the most merciful incarnations of the Lord for another reason. И также он является еще одним из самых милостивых воплощений Господа по другой причине. That he stays with us. Он остается с нами. Krishna, yadaya dahi dharmasya ghanir bhavati bharata gitanam dharmasya. Never and wherever there's a decline in religion and an increase in irreligion. Krishna Govindam Madhipurusham Tamaham Vajami. Krishna, he appears. Когда теряются религиозные принципы и возрастает безбожие, является Кришна. Then he does his whatever he does, he rescues the devotees, kills the demons, establishes and back to Godhead. Он выполняет то, что ему необходимо сделать, он убивает демонов, спасает своих преданных и возвращается обратно. Krishna historically was present on this planet for 135 years. С исторической точки зрения Кришна присутствовал на этой земле 125 лет. And then Vaikuntha. И потом он ушел на Вайкунту. Shingadev, he only stayed as long as it took to kill Hiranyakashipu, then he went back to the spirit. Нарсимхадев находился здесь столько времени, сколько хватило, чтобы убить Хираньякашипу, и потом опять ушел. So does the Lord stay very long? Что, неужели Господь остается так долго с нами? How long did Mahaprabhu stay? А сколько с нами оставался Махапрабху? Any of you know? 48 years. 48 years he stayed. 48 лет. That next year I'm going to be 48. В следующем году мне будет 48. Now I'm 47, so. Сейчас мне 47. July, August, September, October, November, December. 9 months from now, I'm going to be 48 years old. Через 9 месяцев с этого момента мне будет 48 лет. So that's as long as Mahaprabhu stayed. It's nothing. What is 48 years? Махапрабху оставался с нами так недолго. Что это? Это очень коротко, 48 лет. So when the Lord makes his appearance in the material world, he doesn't stay longer than necessary. И вот, когда Господь приходит в этот материальный мир, он без необходимости не остается очень долго. When he finishes his mission, he goes back because gopis are waiting. Когда он заканчивает свою миссию, он возвращается обратно, потому что там его ждут гопи. For gopis, 1 second of Krishna's absence is like a million years. Поскольку для гопи одна секунда разлуки с Кришной тянется как миллион лет. They feel so much attachment to Krishna that if Krishna leaves even for a moment, it's like 1,000 years. Они так привязаны к Кришне, что даже если Кришна на секунду отлучается, для них длится это как тысячи лет. Of course, in one sense, Krishna never leaves Vrindavan. Конечно, в каком-то смысле Кришна никогда не покидает Вриндаван. He comes to the material world; it's his Vasudeva expansion. Он приходит в этот материальный мир в своей экспансии в форме Васудевы. Still, we can take it that he's leaving the world, spiritual world, and coming to this world. Но все же мы можем принимать то, что он покидает духовный мир и приходит в этот мир. So devotees are feeling so much separation from him. Поэтому преданные чувствуют большую разлуку с Кришной. But he doesn't stay very long. Но он не остается здесь очень долго. But the deity form of Krishna, this avatar, this Archivigraha Murti, he stays long time. Но форма божества Кришны, это Archivigraha Murti, остается здесь очень долго. After you're long gone, dead and gone, Gornitai will still be here. После того, как вы уже уйдете, Горнитай все равно будет оставаться здесь. Maybe you'll come back again as a small child and again worship them. Может быть, вы приедете снова как маленькие дети, будете им поклоняться. It's possible. Это возможно. But you can leave this body, and if you haven't purified yourself of every tinge of material desire,
You have to come back. Если вы покинете это тело, не успевшись очиститься от всех малейших примесей материальных желаний, вам нужно будет вернуться. And then because of your attachment to Krishna, you may take birth in a family of devotees and kaunas. Но из-за своей привязанности к Кришне вы можете родиться в семье преданных в Каунасе. So brahmacharya should not criticize the grihasthas too much because you need a good place to come back to. Поэтому брахмачари не должны очень сильно критиковать грехат, потому что им нужно будет место куда-то вернуться. Oh, those grihasthas, they're in Maya, they got a wife and a family. Oh, эти грехасты, они в Майе, у них там жена, семья, дети. Me, I'm brahmachari. А я брахмачари. I'm not entangled. Я не связан ничем. But you better hope there's some nice Krishna conscious grihasthas who bring up nice Krishna conscious children, because we may be one of those children. Но лучше надеяться на то, что будут существовать замечательные грехасты, у которых есть дети, потому что мы можем позже стать одним из таких детей. Like this we can respect every Vaishnava. Таким образом мы должны уважать всех вайшнавов. You may come back and again you may worship deity. Вы можете вернуться, и вы можете снова поклоняться божествам. So the Lord is here for a very long time. И вот Господь находится здесь очень-очень долго. There are some deities in India which are hundreds of years old. В Индии есть божества, которым уже тысячи, сотни лет. There are some deities that are thousands of years old. Есть божества, которым уже тысячи лет. And there are some deities that are millions of years. А есть некоторые божества, которые существуют миллионы лет. I've seen deities in India that are a million years old. Я видел в Индии божества, которым уже миллионы лет. There is a deity of Nrisingadev at Nrisingapalli. Which is in Mayapur. Есть божество Господа Нарисимхадева, которое находится на Нарисимхапали в Майяпуре. He's a self-manifested deity of the Lord. Это самопроявленное божество Господа. No one carved him; he carved himself. Никто не создавал его, никто не вырезал, он было создано, проявилось само. And he appeared just after Nrisingadev killed Hiranyakashipu. He was flying back to the spiritual sky. После того как Господь Нрисимхадев убил Хираньякашипу, он летел обратно в духовное небо. And he passed over Navadvip, which is an eternal dham. Он пролетал над Навадвипой, которая является вечной дамой. And so he was very attracted. Ah, here I will appear in Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu. И он очень привлекся. О, здесь я явлюсь в Кали Югу как Шри Чайтанья Махапрабху. So Nrisingadev decided to take rest there for a little while. И поэтому Нрисимхадев решил там немножко отдохнуть. So the demigods built him a lake. Полубоги построили для него озеро. He took bath in that lake. Он принял омовение в этом озере. And then he self-manifested himself as a deity. И поэтому он потом проявил себя позже как божество. And then he went back to the spiritual sky. А после этого он отправился обратно в духовное небо. The deity is still there. А божество до сих пор там. No one carved that deity. Nrisingadev manifested it from his transcendental form. Никто не вырезал это божество. Это Господь Нрисимхадев проявил его из своей трансцендентной формы. It's about a half an hour, 45 minutes drive from our temple. Она находится примерно в одном часу 45 минутах езды от нашего храма. How many of you have taken darshan of that deity? Кто из вас получал даршан этого божества? Okay. Anyway, next time you, well, when you go to India, you remember when you're in Mayapur. You ask the devotees, where's that deity of Nrisingadev, self-manifested? Поэтому помните, когда в следующий раз вы будете в Майяпуре, попросите преданных, чтобы они отвели вас к этому самопроявленному божеству. So that deity of Krishna, of Nrisinga, he's been giving his darshan for millions of years. Итак, это божество Кришны, это божество Нрисимхи дает даршан уже в течение миллионов лет. So now you understand another meaning of Archivigraha. Теперь вы понимаете другое значение формы Archivigraha. The mercy incarnation of Krishna. Воплощение милости Кришны. So in our ISKCON movement, we worship different deities. В нашем движении ISKCON мы поклоняемся разным божествам. Radha Krishna, Krishna Balaram, Gornitai, Sitaram, Lakshman, Hanuman, Nrisingadev. And Jagannath Subhadra Baladeva Ki! Shri Jagannath Swami Ki! So all of these deities, they're Krishna, but they're Krishna in a particular mood. Все эти божества — это Кришна, но это Кришна, проявляющаяся в определенном настроении. Just like you have different characteristics, different aspects of your personality. Как, допустим, вы как личность обладаете разными чертами. Sometimes you're happy, sometimes you're angry, sometimes you're cranky, sometimes you're, I don't know, nice. You know, you have different moods to our conditioned natures.
Иногда вы счастливы, иногда вы разгневаны, иногда у вас странное умонастроение и так далее. Вы проявляете много разных умонастроений. So in a pure way, Krishna has different moods as well. He's a person, he's not impersonal. И вот в чистом понимании у Кришны тоже есть разные настроения. Он личность, он не персонален. Sometimes he's very blissful when he's engaging with cowherd boys. Иногда он погружен в блаженство, когда он играет с мальчиками-пастушками. Sometimes he's feeling anxiety when Mother Yasoda is coming with the stick. Иногда он чувствует беспокойство, когда за ним гоняется мама Ишода с палкой. Sometimes he's feeling angry. Иногда он чувствует гнев. When Hiranyakashipu tortures Prahlad Maharaj. Когда Хираньякашипу пытает Прохлада Махараджа. Sometimes he's feeling compassionate when he sees the cowherd boys have drunk the poison water of the Jamuna River where the Kaliya snake is, and he comes to rescue them. Иногда он переполняется состраданием, когда видит, что мальчики-пастушки выпили яд из реки Ямуны, когда ее отравил змей Калия, и Кришна бросается на помощь мальчикам-пастушкам. Actually, he is the Adi, he is the source of all these various emotions. На самом деле он является Ади, то есть источником всех этих изначальных эмоций. So in his different deity forms, he manifests similarly different characteristics and different emotions. Точно таким же образом в разных формах божества он проявляется в разных умонастроениях. Горнитай are very, very compassionate. Божества Горнитай очень сострадательны. They don't accept any offenses. Они не принимают никаких оскорблений. They only accept your service. Они только принимают служение. It doesn't mean we should take advantage and make offenses to them, but that's their particular mood. They only accept service. Конечно, это не значит, что мы должны воспользоваться этим и сразу совершать оскорбления. Просто умонастроение, в котором они принимают служение. It's very easy to worship Gornitai. Очень просто поклоняться божествам Горнитай. The main aspect of worshiping Gornitai is kirtan. Главный момент для поклонения Горнитай — это киртан. But when we invite Radha and Krishna, we have to create a very special mood. We have to be very attentive to the detail of the shringara, the outfits, and the offerings, and the puja, etc. Но когда мы приглашаем Радха Кришну, мы должны быть очень внимательны к атмосфере, мы должны быть очень внимательны ко всем деталям шрингары, ко всем аспектам поклонения. So each deity has his particular mood. У каждого божества есть определенное ему настроение. It's like there's a deity in Vrindavan called Banki Bihari. Как, например, во Вриндаване есть божество, которое называется Банки Бихари. Very beautiful black deity of Krishna. Прекрасное черное божество Кришны. One of the most popular deities in Vrindavan. Одно из самых популярных, известных, знаменитых божеств Вриндавана. So some time ago, a few hundred years ago, a great saint came to that temple. Иногда очень давно, точнее, пришел в этот храм, мудрец. A pure devotee came to visit that deity of Banki Bihari. Чистый преданный пришел, чтобы к этому божеству Банки Бихари. Now what attracts Krishna the most? Что привлекает Кришну больше всего? Pure devotion. Чистая преданность. Krishna is actually controlled by the love of his devotee. Кришна на самом деле подчиняется любви своих преданных. Just like Srimati Radharani, she's the greatest devotee of Krishna, so she controls Krishna by her love. Так, например, Srimati Radharani является чисто преданной Кришне, поэтому Кришна подчиняется ее любви. So this bhakti, this Thakur, Vaishnav, he had so much bhakti for Krishna that Krishna just got off the altar, walked down the steps, and started walking out of the temple with that devotee. И вот у этого бхакти, у этого Тхакура, Вайшнава, было так много преданности, что Кришна, божество, сошел с алтаря и пошел за этим преданным. Если вы хотите привлечь Кришну, самый лучший способ, чтобы привлечь, это с помощью преданности. That's why Bhakti Siddhanta Saraswati said, don't try to see God, try to act in a way that God will see you. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорил, не пытайтесь видеть Бога, пытайтесь действовать так, чтобы Господь увидел вас. Act in such a way. Act with devotion, and then Krishna, oh, this little girl is offering such nice devotion to me. She's made this nice cake. She's offering with such sincere devotion. Blessings, Krishna gives us blessings. Действуйте с преданностью, и тогда Кришна увидит, что если какая-то маленькая девочка предложила ему с преданностью какой-то пирог, то Кришна прольет свое благословение. I think she speaks Russian. Anyway. Я не думаю, что она по-русски говорит. Askina. I'll tell you what I said after. Я позже расскажу тебе, что я сказал. So Krishna is attracted by the devotion of this devotee. So this devotee had so much bhakti, the deity just got off the altar, started walking down the altar, took the arm of that devotee, and they were walking out together.
И вот у этого бхакти было столько преданности, что Кришна сошел с алтаря, пошел за этим преданным, взял его за руку, и они вышли вместе из храма. The Pujari ran, "You can't do that, my lord. So many people are coming to see you. You have to come back and stand on the altar. It's not just that so many bhaktis are wanting your darshan." Пуджари погнался за ним и стал говорить: "Мой дорогой господь, тебе нельзя этого делать. Так много людей приходит сюда, чтобы видеть тебя. Тебе нужно оставаться на алтаре." So now, because there's so many great devotees in Vrindavan, right? Vrindavan is a place of bhakti. Now that you go to that temple, they only open the curtain for a few moments, then they close it again. You see a little darshan, so Krishna doesn't see. Maybe there's some pure devotee he can walk away with against. Then they close, open it. You have to look very quickly. Oh, Krishna! Oh. Krishna! Oh. И поэтому сейчас во Вриндаване, когда проходит даршан до божества, алтарь открывают и закрывают очень быстро, потому что там, естественно, в Вриндаване много чистых преданных, и алтарь открывают, закрывают, там только секунду видеть Кришну. So that's his pastime. Таковы игры Кришны. The Shakshi Gopal deity, he had a similar pastime. He was going to stand as a witness for his devotee. А божество Шакши Гопала провело подобную игру. Он выступил в роли свидетеля за своего преданного. So each deity has his particular pastime. У каждого божества есть свои определенные игры. So who is Jagannath Swami? What is his pastime? И кто же такой Джаганнат Свами? Какие он провел игры? He has a number of pastimes. У него много разных игр. His original pastime was that he, when Krishna visited the residents of Vrindavan at Kurukshetra during a solar eclipse, the residents of Vrindavan begged Krishna to come back to Vrindavan. Кришна пришел к жителям Вриндавана, когда они были на Курукшетре во время солнечного затмения. Они молили его, чтобы он пришел к ним. Gopi, Skopas, Nanda, Jashoda, all the residents of Vrindavan, they hadn't seen Krishna in many years because Krishna had been in Dwarka. Гопи, пастухи, мама Ишода, Нанда Махараджа, они умоляли Кришну, чтобы он пришел, так как они не видели его очень давно. So finally, they had the chance to meet him at Kurukshetra because it's a holy place, it was a solar eclipse, everyone had assembled because it was a holy place. И в конце концов, им выпал шанс, потому что все должны были собраться во время солнечного затмения в святом месте на Курукшетре. So Radharani, you can imagine Radharani, she hadn't seen Krishna in so long. Представьте себе, Радхарани не видела Кришну очень давно. Krishna, please come back to Vrindavan. All your gopas are waiting, your gopis, your Govardhan hill is there, Jamuna river. И она умоляла Кришну: пожалуйста, возвращайся в Вриндаван. Все гопи ждут тебя, холм Говардхан, Ямуна. You're just breaking our hearts, Krishna. Ты просто разбиваешь наши сердца, Кришна. You promised you would come back in a few days from Mathura. Ты обещал, что из Мадхуры вернешься через несколько дней. Do you know how long the gopis have been crying that you've been gone? Ты знаешь уже, сколько гопи плачут с тех пор, как ты ушел? So Krishna said, "All right." Кришна сказал: ну хорошо. I'll come back. Я вернусь в Вриндаван. So they built a beautiful chariot. И вот они построили прекрасную колесницу. And he mounted that chariot with Subhadra. Он забрался на эту колесницу с Субхадрой, с Господом Баларамой. And they began going back to Vrindavan. И они начали свой путь во Вриндаван. That is the literal meaning of Ратха-якша. Таково буквальное значение Ратха-ятры. That the devotees, their eternal home is Vrindavan. Потому что для преданных их вечный дом — это Вриндаван. What is Vrindavan without Krishna? И что же это за Вриндаван, если там нет Кришны? Krishna is the life and soul of the inhabitants of Sri Vrindavan Dham. Кришна — это жизнь и душа жителей Шри Вриндавана Дхамы. 24 hours a day, the various devotees in Vrindavan are simply thinking of Krishna. 24 часа в день самые разные преданные в Вриндаване просто думают о Кришне. Krishna is their soul, their life and soul. Кришна — это их жизнь и душа. If the soul leaves the body, it's like death. Если душа покидает тело, это как смерть. The soul leaves the body, that's death. Если душа покидает тело, это смерть. So if the soul of Vrindavan, Krishna, leaves Vrindavan, where does that leave the residents of Vrindavan? И вот если душа Вриндавана, если Кришна покидает Вриндаван, что же тогда остается делать жителям Вриндавана? О, Кришна! They're feeling so much separated. Они чувствуют очень сильное страдание, тоску. Of course, our acharyas have described that separation as vipurlamba seva, the highest ecstasy of Krishna consciousness. Конечно, наши ачарьи описывали, что випраламба сева, служение в разлуке, это самый высший уровень преданного служения. Because in separation, one's affection increases. Потому что в разлуке привязанность усиливается.
We say in English, separation makes the heart grow fonder. It makes one more attached in separation. Как в английском говорится, что во время разлуки сердце привязанность развивается еще глубже. So you can just imagine after all that separation, Krishna finally says, okay, I'm coming back to Sri Vrindavan Dham. И вот представьте, после такой длительной разлуки Кришна наконец говорит, я возвращаюсь в Шри Вриндавана Даму. What a festival there was. Какой там праздник начался? There's no greater festival than the festival of Ratha Yatra when Jagannath, Subhadra and Balaram go back home, back to Sri Vrindavan Dham. What could be greater festival than that? Нет более великого фестиваля, чем тот фестиваль, когда Господь Кришна, Господь Баларама и Субхадра возвращаются обратно в Шри Вриндавана Дхаму. Может ли быть более великий праздник? That is the meaning of Ratha. Таково значение Ратха Ятры. So that was 5,000 years ago. Why keep doing it? Это было 5000 лет назад. Так зачем же сейчас это делать? Why does Krishna keep doing it? Not only in Vrindavan, but he does it in Kaunas. Почему же Кришна делает это не только во Вриндаване, а еще и в Каунасе? Krishna is coming back to Kaunas. Кришна возвращается обратно в Каунас. What does he have to do with Kaunas? There's no gopis here. Что же ему делать в Каунасе? Здесь ведь нет гопи. Is there Jamuna River here? А Ямуна здесь есть? Do you have a river in this city? У вас есть в городе в этом река? Huh? Is it like Jamuna? Эта река похожа на Ямуну? Is it beautiful with Govardhan Hill and cows, gopis and so many? Эта река такая же красивая, там есть холм Говардхан, коровы и гопи. No, it's Maya. Там есть Maya. Illusion. Иллюзия. What is Krishna coming, doing his Ratha Yatra here for? Так зачем же Кришна собирается проводить здесь Ратха Ятру? Why is he doing his Ratha Yatra in Moscow? Или зачем он устраивает Ратха Ятру в Москве? Moscow, that's about as far from Vrindavan as you can get. Москва это самое далекое место от Вриндавана, куда только можно добраться. Or London. Или Лондон. Papa said London is hell. Прабхупада сказал, Лондон это ад. The newspaper reporter, well, London is hell, Swamiji. А репортеры удивились, как Swamiji, Лондон это ад? So beautiful, cultured British project, it's like hell. Такой прекрасный культурный город, Прабхупада сказал, это ад. Why have you come here, Swami? А зачем же вы сюда приехали, Свами? To teach you what you have forgotten, Krishna, the supreme personality of Godhead. Учить вас тому, что вы забыли, Кришна это верховная личность Бога. So that's why Jagannath Swami performs his Ratha Yatra in even these hellish cities of Kali Yuga. И вот поэтому Господь Джаганнатха проводит этот фестиваль в адских городах Кали Юги. He's coming to take us back home. Back to Sri Vrindavan Dham. Он приходит для того, чтобы забрать нас обратно домой в Шри Вриндавана Даму. So in that sense, Ratha Yatra can also be taken as the reuniting of all souls with Krishna. И поэтому в этом смысле фестиваль Ратха Ятру можно принимать как восстановление связи всех душ с Кришной. Originally, it means the reuniting of the residents of Vrindavan with Krishna. Изначально это обозначает что все вместе объединяются, все преданные Господа объединяются во Вриндаване с Кришной. But because Lord Jagannath performs his pastime all over the world, it can also be taken that Krishna is reuniting, trying to reunite all the fallen conditioned souls again with him. Но поскольку фестиваль Ратха Ятры проводится по всему миру, к этому можно относиться как к тому, что Господь стремится, чтобы все преданные снова вернулись к Нему. Oh, happy day. О, счастливый день. What more happy day could there be? Может ли быть более счастливый день? When did we leave the spiritual world? Когда же мы ушли из духовного мира? Oh, a long time ago. Очень давно. Prabhupada said, since time immemorial we've been in this material world. Прабхупада сказал, что с незапамятных времен мы находимся в материальном мире. Wandering without any goal, with any direction. Скитаемся здесь без всякой цели в разные стороны. Sometimes demigod from the higher planets. Иногда мы являемся полубогами на высших планетах. Sometimes human being. Иногда людьми. Sometimes snake on the lower planets. Змеями на низших планетах. Brahmanda, Brahmatikon, Bhagavan, Jeev, uselessly wasting our time. Бесцельно тратим свое время. No desire to go back to the spiritual world. И не развиваем никакого желания вернуться обратно в духовный мир. Prabhupada said, Krishna, he wants you to come back to the spiritual world more than you want to come back to this world. Прабхупада говорил, что Кришна больше хочет, чтобы вы вернулись в духовный мир, чем вы сами этого хотите. Therefore, he intervenes even without being asked. И поэтому он вмешивается даже без приглашения. This is his mercy. Такова его милость.
Anyone asking Krishna to come into your life? Did you ask Krishna to come into your life? Кто-нибудь просил, чтобы Кришна вошел в вашу жизнь? Вы просили Кришну, чтобы он вошел? Did you wake up one morning, my dear Lord, for so long I have forgotten you, Sri Sri Krishna, please appear in my... No. You didn't even know who Krishna was. Вы что, одним утром проснулись и стали говорить, мой дорогой Господь, я так давно тебя не видел, дорогой Шри Кришна, пожалуйста, приди ко мне. Вы даже не знаете, кто он такой. You were just walking down the street and some Sankirtan devotee put a book in your hand. Wow, what is this? Вы просто шли по улице и вдруг какой-то преданный Санкиртан выложил в вашу руку книгу. Вы спросили, о, что это такое? You didn't plan that. Вы это не планировали. You were just walking down the street and then there was some devotee who put some prasadam in your mouth. Вы просто шли по улице, и тут вам какой-то преданный заталкивает в рот просад. You were just walking down the street and you saw a Ratha-Yatra festival. Вы просто шли по улице и вдруг увидели фестиваль Ратха-Ятры. That's how Brajalila came in contact with Krishna consciousness. Точно так же Брадж-Лила познакомилась с сознанием Кришны. She was just walking around Moscow and she saw this amazing festival. Она просто шла по Москве и увидела этот удивительный фестиваль. And I was giving a lecture. А я давал лекцию. I said, Jagannath Swami is very merciful. He gives special mercy. Я сказал, Джаганнатха Свами очень милостив. Он дает особую милость. So she was an innocent soul. Она была невинной душой. She said to Krishna, she walked up with her hands. She said, That person there, he was saying that you give some special, give me some special mercy, please. I'm so unhappy. Поэтому она подошла к Господу с сложенными руками и сказала: тот человек говорил, что ты, Господь, даешь особую милость. Пожалуйста, дай мне милость, я так несчастлива. So next day she came to the temple and we met and I preached to her. На следующий день она пришла в храм, мы там встретились, я ей проповедовал. She considered this the special mercy that she was directed to the temple and she met the devotees. И она как раз это приняла за особую милость, что Господь привел ее в храм, где она встретилась с преданными. How kind is Krishna? Как добр Кришна. That we've rejected him, but he never rejected us. Мы отвергли его, но он никогда не отвергает нас. We rejected him, but he never for one moment rejected us. Мы отказались от него, но он даже на одну секунду не отказывался от нас. And he came into our lives in some special way. Он пришел в нашу жизнь особым образом. So that is Ratha-Yatra. И в этом фестивале Ратха-Ятры. The Lord is intervening in the people's destiny. Господь вмешивается в судьбу людей. Their destiny is to go to hell. Их судьба — это ад. We can say that very with great conviction in Kali-Yuga. Мы можем это сказать с убежденностью, что в Кали-Юге так происходит. In previous ages, you know, Satya-Yuga, Treta-Yuga, Dvapara-Yuga, destiny was maybe going upwards. В предыдущие века, в Сати-югу, в Трета-югу, в Двапара-югу, может быть, они бы и попали выше. But in Kali-Yuga, everyone is bad. Но в Кали-Югу все отвратительны. Because this age is permeated with the mode of ignorance and passion. Поскольку этот век просто переполнен гунами страсти и невежества. Even if you want to be good, you're forced to be bad by bad association. Даже если вы хотите стать хорошим, вас все равно заставляют стать плохим через дурное общение. Everyone's destiny is to go to the hellish conditions of life. Судьба каждого — это опуститься до адских условий жизни. What is the verse? Because of their uncontrolled senses. Matir Nikrishne Pratasvatova Mitobi Argentam Atantagobir Vishatamtamisham Puna Punas Charvita Charvananam. Because of their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life. Из-за неконтролируемых чувств люди слишком привязаны к материальной жизни. Gradually glide towards hellish worlds. И постепенно они соскальзывают в адские миры. Puna Punas Charvita Charvananam. Chewing that which has already been chewed. Они пережевывают то, что уже было пережевано. Engaging in material activity, what's worse, sinful activity. Занимаясь материальной греховной деятельностью. Who doesn't eat meat, engage in illicit sex, intoxication, and gambling in this age? Кто же в этот век не занимается мясоедением, незаконным сексом, азартными играми? To a greater or lesser degree, everyone. В большей или меньшей степени этим занимается каждый. Punas, puna, charvita, charvananam, chewing the chewed. Они жуют жеванное, going to the lower regions of the universe. И опускаются в самые низшие области Вселенной. But somehow out of his great compassion, Krishna, he intervenes in that. Но так или иначе, благодаря своему великому состраданию, Кришна вмешивается that path to hell. На их пути в ад.
You didn't ask him to come. Вы не просили, чтобы он приходил. He just appeared in your life. Он просто явился в вашей жизни. As a devotee, как преданный. As some prasadam, как прасадам. As a book, как книга. As your Guru Maharaj, как ваш Гуру Махарадж. He said, "Stop." Он сказал, стойте. Don't go any further. Не идите дальше. Can't you see what you're doing? Вы что, не видите, что вы делаете? You're in illusion. Вы в иллюзии. You're committing these materialistic activities which will entangle you in material life. Вы занимаетесь материальной деятельностью, за которой запутываетесь в материальной жизни. Look here as I show you Krishna, the supreme personality of Godhead in the spiritual. Посмотри сюда, я покажу тебе верховную личность Бога, Кришну в духовном мире. This is what happens. Так и происходит. Just like Mrugari the hunter. Точно так же, как охотник Мругари. Such a rascal he was. Он был таким негодяем. He wasn't just killing the animals, he was half killing the animals. Он не просто убивал животных, он убивал их наполовину, не до конца. Narada Muni, he stopped and he said, "What are you doing?" Narada Muni остановился и сказал, "Что ты делаешь?" "Well, I'm killing the animals. Ну что? I like to see them flap on the ground." Ну что, я убиваю животных, я их убиваю не до конца, мне нравится, как они дергаются на земле. "Where did you learn this?" Ну кто тебя научил этому? "My father taught me." Ну мой отец меня научил. Narada said, "This is not civilized. This killing the animals like this." Но это ненормально, это не цивилизованно убивать животных таким образом. But because he was so sinful, he'd lost his intelligence. Narada Muni could not Mrugari, he could not understand. Но поскольку этот Муграри был настолько греховным, у него отсутствовал разум, он не мог ничего понять. By engaging in too much sin, one loses one's spiritual intelligence. Слишком много занимаясь грехом, человек теряет свой духовный разум. That's why it's very difficult for people in this age to understand Krishna consciousness, because they're so sinful, they have no intelligence. Поэтому людям этого века очень сложно понять сознание Кришны, потому что у них нет разума для этого. So then Narada Muni, he said, "All right." He created a vision. Но потом Нарада Муни сказал, ну ладно, хорошо, и создал видение. Right before the eyes of Mrugari, he created this vision. Он создал видение прямо перед глазами этого Муграри. He was just a hunter, just no mundane, all mundane experience. All of a sudden, he has this vision. Это был просто охотник. У него не было никакого духовного опыта, но вдруг он начал созерцать это видение. What did he see? Что он увидел? He saw all the animals. Он увидел всех животных, and he killed in his lifetime, которых он убил в этой жизни. Coming back for revenge. Увидел их возвращающимися для отмщения. All the foxes, the rabbits, всех лис, кроликов, the deer, оленей. They were coming back. Он увидел, как они возвращаются для того, чтобы отомстить ему. No, no, I don't want this. Нет, нет, я не хочу этого. Narada Muni said, "This is the result of your activities. You have to receive this karmic reaction." Narada Muni сказал, но это результат твоей деятельности. Ты должен принять эти греховные реакции. Please, please, great saintly person, tell me what to do to avoid this. И тогда Муграри стал молиться, пожалуйста, пожалуйста, святой мудрец, пожалуйста, скажи мне, что сделать, чтобы избавиться от этого. So Narada Muni said, "Chant." Narada Muni сказал, воспевай. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You go to the bank of the Ganges, you worship Srimati Tulsi Devi. Отправляйся на берег Ганги, поклоняйся Шримати Туласи Деви. And your heart will become gradually cleansed. Постепенно твое сердце очистится. And then your love for Krishna will awaken. И тогда пробудится твоя любовь к Кришне. Back to the spiritual world. И вернешься обратно в духовный мир. So is there any mention that Mrugari asked Narada Muni to come into his life? И вот неужели где-то упоминается, что Муграри просил Нарада Муни, чтобы он вмешался в его жизнь? So how indebted we must be to great saints and sages. И как же мы должны чувствовать себя задолжавшими великим мудрецам? To the Lord, Господу, and the Lord's devotees. И преданным Господа. They come into our lives with no request, and even it's so difficult for them because to preach is not easy. People, they scream at the preachers, they create violence to the preachers, but still the preachers are so determined. Let me come in and change this person's destiny. Они приходят в нашу жизнь без всякого приглашения, и несмотря на то, что проповедуют зачастую им легко, они проповедуют, вмешиваются в нашу судьбу. Иногда люди кричат на проповедников, прогоняют их, но они все равно проповедуют. Therefore, with great feeling and great affection, every day we should chant. Поэтому с великой любовью, с великим чувством, с привязанностью мы должны воспевать. Vancha kalpa turubhyascha kripa sindhubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo. Not just mechanically, vancha kalpa turubhyascha kripa sindhubhyascha.
We should Vanchakalpa Turubhyascha Kripasindhu Bhavacha Patitanam Avanejo Vaishnavejo. Vaishnavas are so... Мы должны произносить это не просто механически, а с чувством, потому что Вайшнавы так милостивы. Where would we be now if some Vaishnava had not come into our life? Где бы мы сейчас находились, если бы какой-то Вайшнав не пришел, не вошел в нашу жизнь? You shudder at the thought where you would be. Просто можно содрогнуться от мысли, где бы мы сейчас находились. So we say to the Vaishnava, your mercy is all that I am made of. Поэтому мы говорим Вайшнавам, твоя милость — это все, из чего я состою. So always remember your good fortune. Всегда помните о своей удаче. And always remember the cause of your good fortune. И всегда помните о причине вашей удачи. Nothing that you did, it was something that he did. Это не вы сделали, это сделал кто-то другой, это он сделал. Something that Prabhupada did. Это то, что сделал Прабхупада. He changed our destiny to something very wonderful. Он изменил нашу судьбу в нечто очень замечательное. So we can never repay our debt to the spiritual master. Мы никогда не можем вернуть долг своему духовному учителю. For millions of years we could not repay the debt. Даже за миллионы лет мы не сможем отплатить этот долг. We can try to help. Мы можем пытаться помочь, by spreading this mission. Пытаться помочь, распространяя эту миссию сознания Кришны. So this is Lord Jagannath's day when he goes and gives causeless mercy. Итак, это день Господа Джаганнатхи, когда он выходит и раздает свою беспричинную милость. That is his deepest mood, actually. На самом деле, это самое его сокровенное, глубокое настроение. He's very merciful, Lord Jagannath. Господь Джаганнатха очень милостив. Whoever he sees, they get some mercy. Кого бы он ни увидел, все получают милость. Ом ам хрим шром ом пат ом татака хатака кешика чалат паракулочане бадхараканака шпаршада пасимха. The most detailed. О my Lord, O transcendental lion. О мой Господь, о трансцендентный лев. I offer my obeisances to you along with Mother Lakshmi. Я предлагаю тебе и матери Лакшми свои поклоны. Sometimes you are flying in the sky. Иногда ты летаешь в небе. Sometimes you are moving by foot. Иногда ты передвигаешься пешком. And all the while your mane hairs are glowing with a golden brilliance. Но твоя грива постоянно сияет лучезарным светом. Your glance and your nails are both the source of auspiciousness. Твой взгляд и твои когти являются источником всего благоприятного. Ом ам хрим шром ом пат ом та хатака кешика чалат патака лочане бадхараканака шпарсада пасимха. Your glance and your nails are both auspicious. Твой взгляд и твои когти благоприятны одинаково. Right? When Hiranyakashipu was killed by the nails of Lord Narasingadev, what happened? He got liberated. Что произошло с Хираньякашипу, когда он был убит, когда он погиб от когтей Господа Нарасимхадева? Он получил освобождение. Prahlad Maharaj asked for, when the Lord asked Prahlad for a benediction, the first thing Prahlad said was, "Can you deliver my father?" Когда Господь спросил у Прохлады Махараджа, какие он хотел получить благословение, Прохлад в первую очередь сказал, "Не мог бы ты освободить моего отца?" Narasingadev said, "He's already liberated. When I killed him, he got purified." Но Господь Нарасимхадев сказал, но он уже освободился. Когда его убил, он очистился. So just by the Lord's touch, again, just by touching the Lord, or the Lord's touching you, purification. Просто от прикосновения Господа, то есть опять этот момент проявляется, что когда вы прикасаетесь к Господу или Господь прикасается к вам, вы очищаетесь. But there's an easier way to get purified. Но на самом деле можно очиститься еще проще. You don't have to get ripped apart like Hiranyakashipu. Не обязательно, чтобы вам разорвали грудную клетку так же, как Hiranyakashipu. Just come before the deity. Просто придите и станьте перед Божеством. And by being in the presence of the deity, you become purified. И находясь в обществе Божества, вы очиститесь. That's called darshan. Это называется даршан. But darshan doesn't just mean that we look at Krishna. It also means Krishna looking at us. Даршан вовсе не означает, что просто мы смотрим на Кришну. Это также означает, что и Кришна смотрит на нас. The Lord's eyes, He can see. У Господа есть глаза, они могут видеть. And when you take the chance, when you make the effort to come to the temple and stand before the deity, He sees you and He appreciates, so He gives you mercy. И вот когда вы берете на себя труд и приходите в храм, и когда вы приходите к Господу, Господь видит это, и Он ценит. In Vrindavan, that's why the residents of Vrindavan, they visit the temple at least two times a day. Во Вриндаване все обитатели посещают храмы как минимум два раза в день. And householders should also try to visit the temple as often as possible to get the darshan. Также должны как можно чаще посещать храм. So when He looks at you,
mercy. И вот когда он смотрит на вас, проливается милость. A neophyte devotee not really understanding the transcendental form of the Lord, he cannot stay before the deity very long. He becomes restless. Преданный неофит не осознает трансцендентную форму Господа. Он не может долго стоять перед Господом. Он просто мает от безделья. He comes before the deity. He has a basic understanding as Krishna. He looks at the outfit, the things, and then he goes away. He can't, because he's not very advanced. He can't actually stay in the presence of the Lord and appreciate the Lord as he is. Преданный неофит приходит, становится перед Божеством, смотрит на то, как украшен Господь, смотрит на то, как все украшено, но не может на самом деле оценить, кто такой Господь. He'll come for a few minutes and then his mind starts wandering. Okay, now I have to go do something else. На несколько минут он приходит, но потом его ум начинает блуждать, и преданный уходит. But an advanced devotee, he can stand before the deity for hours. Но продвинутый преданный может стоять перед Божеством Господа в течение многих часов. Because of his purified knowledge, his purified understanding, he can appreciate. Here is Krishna. Потому что благодаря чистому знанию он может оценить, что вот Кришна. As the younger Brahmana said to the Shakshi Gopal deity. Как молодой брахман, младший брахман сказал божеству Шакши Гопала. My Lord, you are not a statue. Мой дорогой Господь, ты не статуя. You are directly the son of Maharaj Nanda. Ты сам есть сын Махараджи Нанды. Prabhupada said, if you worship this deity, you're thinking it's brass, it will remain brass to you forever. Прабхупада говорил, что если вы поклоняетесь божеству, думая, что это бронза, оно для вас навсегда останется бронзой. But if you know this is Krishna, and you worship him with love and devotion, Prabhupada said, one day this deity will speak to you. Но Прабхупада также говорил, что если вы будете поклоняться божеству, и вы будете знать, что это Кришна, в один прекрасный день это божество заговорит с вами. So with this understanding, a devotee who's advanced, he doesn't become restless in the presence of the deity. He can stay for a long time and offer his heartfelt prayer. И вот с таким пониманием продвинутый преданный может находиться перед божеством очень долго и возносить свои сердечные глубокие молитвы. And he can receive the merciful glance of the Lord into his heart. И он может получить милостивый взгляд Господа в свое сердце. So Jagannath Swami, he goes on the street, he gives that glance to even fallen souls. И вот Джаганнатха Свами выходит на улицы, и он раздает свой взгляд даже падшим душам. And Prabhupada said, he's so kind, he doesn't even blink. И Прабхупада говорил, что он настолько добр, что он даже не моргает. Jagannath has these big eyes. Джаганнатхи очень большие глаза. And they never blink. И он никогда не моргает. Because he doesn't want to miss one fallen soul. Поскольку он не хочет упустить ни одной падшей души. How kind he is. Насколько он добр. If he blinked, he might miss somebody. Если он моргнет, он ведь кого-то пропустит. So his big eyes, they stay open the whole Ratha Yatra parade. He has a big smile on his face. И вот поэтому его большие глаза стоят открытыми во время всего парада Ратха Ятры, и он широко улыбается. Jagannath is a very special deity. Джаганнат — это особое божество. Actually, he was the first deity in ISKCON. На самом деле, он был самым первым божеством в ИСККОНе. Actually, not only ISKCON, he was the first deity in the universe. На самом деле, не только в ИСККОНе, он был первым божеством во всей вселенной. At that time, he was present in another form as Nila Madhava. В то время он присутствовал в другой форме, известной как Нила Мадхава. It's quite a long story. We don't have time. Это достаточно длинная история. У нас сейчас нет времени. I think you know the story. Я думаю, что вы знаете. There was one king named Indradyumna. Был один царь, которого звали Индрадюмна. This Indradyumna Maharaj. It wasn't. Definitely wasn't me. И вот этот Индрадюмна Махарадж, ну, совершенно определенно, что это был не я. This Indradyumna Maharaj, he had a very strong desire to see Krishna. Этот Индрадюмна Махарадж очень сильно хотел увидеть Кришну. And he was lamenting because there were no deity incarnations in those days. И он очень скорбил от того, что в то время не было воплощений в форме божеств. But then the Brahmanas informed him that an amazing miracle had taken place. The Lord had appeared in this world as an Archa Vigraha, in a so-called material form, and his devotees were worshipping him in the jungle. Но в то время Брахманы сообщили ему, что произошло небывалое событие. Господь проявился в этом мире в так называемой материальной форме, которая называется Арча Виграха, и преданные поклоняются ему в джунглях. He said, wow, you mean I can see Krishna, I can touch Krishna, I can bathe Krishna, I can feel Krishna. Yes.
Он сказал, что, вот это да, неужели вы имеете в виду, что я могу увидеть Кришну, я могу омывать его, я могу касаться его стоп? Они сказали, да. I don't have to wait till I'm a pure devotee that I can have darshan with the Lord? Что, мне не нужно ждать, пока стану чистым преданным, чтобы получить даршан Господа? No, you don't have to wait. Нет, тебе не нужно ждать. Today you can go and see. Ты можешь прямо сегодня отправиться увидеть. So you know it's a long story how he tried to go see Nila Madhava. Вы знаете, что это достаточно длинная история, как он отправился, чтобы видеть Нила Мадхаву. But eventually that deity disappeared. Но в конце концов это божество исчезло. Oh, Maharaj, now I have once had the darshan of the Lord, and now I cannot see him anymore. I'm the most unfortunate. И он говорил: О, я мог получить даршан Господа, но сейчас я больше его не вижу. Я самый неудачливый. Others are unfortunate because they have not had the darshan of the Lord. Другие неудачливы, потому что они не получали даршан Господа. But I'm the most unfortunate because I had it and then I lost it. Но я самый неудачливый, потому что у меня была эта возможность, но теперь я потерял ее. I had it and I lost it. I'm the most unfortunate. Я самый неудачливый. У меня была возможность, и теперь я утратил. Just like when the Lord appeared before Dhruva Maharaj. Как, например, Господь явился перед Друва Махараджей. Dhruva Maharaj was meditating in the forest for such a long time. Когда Друва Махарадж очень долго медитировал в лесу. On the instructions of his spiritual master, he was chanting. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Повинуясь наставлению своего духовного учителя, он повторял эту мантру. Very sincerely. С большой искренностью. One day. Krishna. So Krishna says, "Yes, I can give you some benediction." И вот однажды он увидел Кришну. Кришна сказал: "Я могу дать тебе благословение." And Dhruva immediately forgot why he was performing all those austerities and benediction. И тут Друва сразу же забыл, зачем он стал совершать эти аскезы. Not that he forgot, he didn't care anymore. Не то, что даже забыл, ему это больше не волновало. He wanted some material benediction from Krishna. Ему не нужно было от Кришны материальное благословение. He said, "My Lord," he said. I was looking for broken pieces of glass. Он сказал: "Мой дорогой Господь, я искал битого стекла." But in your association, I have found the most valuable jewel. Но в форме твоего общения я нашел самый драгоценный бриллиант. Therefore, I have nothing to ask. Поэтому мне не о чем тебя просить. But then, Krishna disappeared. Но потом Кришна исчез. Oh, Krishna, I had you for one moment, and now you've gone. Кришна, ты был со мной в течение момента, но теперь ты ушел. And as Krishna was disappearing, he said, "Yes." He said, "I cannot remain before one who is not complete in his devotional service." Но когда Кришна уходил, он сказал: "Я не могу оставаться перед тем, кто еще не завершил своего преданного, не достиг совершенства преданного служения." I have appeared before you just to give you an impetus to achieve me. Я явился перед тобой для того, чтобы дать тебе толчок, чтобы ты достиг меня. Causeless mercy. Это беспричинная милость. Apparently, Dhruva was not yet completely pure, but still, Krishna appeared. Вероятно, Друва не был очищен до конца, но все же Кришна явился. But then he disappeared. И потом он исчез. And Dhruva, he's left hanging. Now I really want to become a pure devotee, so I can have that constant service to the Lord. И Друва тогда развил очень сильное стремление. Он по-настоящему стал захотеть чистым преданным, чтобы постоянно находиться в обществе Господа. So the same effect was there for Maharaj Indradyumna. И вот то же самое впечатление это произвело на Махараджа Индрадьюмну. Actually, we've all had the same experience. На самом деле у всех у нас был такой опыт. A special kirtan. Какой-то особый киртан. A special program. Особая программа. Or we've met some prabhu or something, some devotee. Или мы встречали какого-то прабху особенного или преданного. Or something really transcendental has happened in our life. Или что-то по-настоящему трансцендентное уже происходило в нашей жизни. Which gives us great faith in Krishna consciousness. Что-то такое, что дает нам большую веру в сознание Кришны. Much of the time we're just going through our devotional service almost as if mechanically. Большинство времени мы просто занимаемся своим служением почти механически. But once in a while we have a transcendental experience which convinces us of the higher goal of Krishna consciousness. Но один раз, однажды мы получаем что-то, что убеждает нас в высшей цели, в высшем предназначении сознания Кришны. And keeping those experiences like valuable jewels in our hearts. И храня эти уроки как самые драгоценные камни в своем сердце. Keeping those remembrances within our hearts.
Храняйте воспоминания в своих сердцах. We long for that kirtan again. Мы снова стремимся к этому киртану. We long for that prasadam. Мы снова стремимся к этому prasadam. We hanker for that devotee's association. Мы стремимся получить общение этого преданного. And we just exist to once again have that experience. И мы существуем просто для того, чтобы еще раз испытать то же ощущение. Months, years go by until we find that program again, or we find that Prabhu again. Проходят месяцы и годы до тех пор, пока мы снова попадаем на такую же программу или встречаем того Прабху. And then again, our faith is increased. И тогда наша вера снова возрастает. Krishna is very tricky. Кришна очень хитер. Very tricky how he works. Он очень хитер, это работает все очень хитро. So Maharaj Indradyumna, he had Nila Madhava, he lost him. И вот Maharaj Indradyumna был Nila Madhava, и потом он потерял его. For millions of years I've got your association, my Lord, I've lost you. Через миллионы лет я получил твое общение, о Господь, но теперь я потерял тебя. Oh me, oh my. О, несчастный я. So immediately said, carve me that form of Krishna. И он немедленно сказал, вырежите мне такую же форму Кришны. So, Vishwakarma appeared. Появился Вишвакарма. The architect of the demigods. Архитектор полубогов. He's the one that carves all the things in the Svargalok. Это тот, кто творит все там на Сваргалоке. So he said, yeah. Он сказал, слушаю. You please carve me this beautiful form of Krishna that I saw. Пожалуйста, вырежи мне эту прекрасную форму Кришны, которую я видел. And his sister and his brother. И его сестра, чтобы там, чтобы увидел его сестру и брата. Вишвакарма сказал, ну хорошо. On one condition. Но при одном условии. You don't interrupt me. Ты не должен прерывать меня. Take a lot of concentration to carve Krishna perfectly. Мне потребуется большая концентрация, чтобы совершенным образом вырезать форму Кришны. Some material ability, only by the mercy of Krishna. I cannot do it by any material ability. Only by the mercy of Krishna. Я не могу сделать это только с помощью материальных способностей. Я могу это сделать только по милости Кришны. So. But Maharaj Indradyumna, he was so impatient. Но Махарадж Индрадюна был так нетерпелив. It's called Utsara. Utsara means enthusiasm and devotion. Это называется Утсаха, энтузиазм преданном служении. It's the most important thing. You have to be enthusiastic and hankering for Krishna consciousness. Самое важное, вам нужно быть полным энтузиазма и стремиться к сознанию Кришны. Not hankering for what you've given up. Стремиться не к тому, от чего вы отказались. But hankering for what you don't have yet. А стремиться к тому, чего у вас еще не было. Pure bhakti. Чистая бхакти. The price to get that bhakti is you have to be so enthusiastic, hankering for it day and night. И цена за получить это бхакти, это развить очень сильный энтузиазм, чтобы он у вас был и днем, и ночью. So Maharaj Indradyumna couldn't wait, he opened the door. Let me see Krishna! И вот Maharaj Indradyumna не мог дождаться, он открыл дверь и сказал, позволь мне увидеть Кришну. So Vishwakarma said, bye-bye. Vishwakarma сказал, пока. That was the rule, you wouldn't interrupt me. Таково было правило, ты не должен был меня прерывать. И ушел. So the form of Krishna that he had carved was not yet complete. И вот форма Кришны, которую он вырезал, была еще не завершенной. But the devotee doesn't see any defects in Krishna. Но преданный не видит в Кришне никаких несовершенств. How could Krishna have it? Only that which is material has defects. Только материальный объект имеет несовершенства. That which is spiritual has no defect. У духовных объектов нет несовершенств. It's like Krishna says in Bhagavad Gita, every endeavor in the material world. It's covered by some fault. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что каждое усилие в материальном мире сопровождается недостатками. But every endeavor in the spiritual world is perfect, even if it appears it's not complete. Но каждое усилие в духовном мире совершенно, даже если оно кажется незавершенным. Why? Почему? Because what is Krishna actually accepting? The offering itself? Так что же Кришна на самом деле? It's what is Krishna accepting? The offering? Что Кришна принимает? Подношение? Карандаш или фрукт? He doesn't need anything. Ему не нужно ничего. What he's accepting is the bhakti. Он принимает бхакти. So if your bhakti is perfect, even if the offering itself is not complete, it's perfect. И вот если ваша бхакти совершенна, даже если то, что вы предлагаете, несовершенно, все равно процесс совершенен. So everything in the spiritual world is perfect. В духовном мире все совершенно. The deity is perfect. Божества совершенны. We may think, oh, the finger should be a little bit here, or that's just our material conditioning. Мы можем подумать, нет, пальцы должны быть немножко другими, но это просто материальное сознание, обусловленность. Pure, absolute, purnam, completely perfect. Это чистая и совершенно завершенная форма Господа. So even though Jagannath Swami didn't look like Nila Madhava.
И вот хотя Джаганнатха сами не выглядел как Ниламадава, Ниламадава, the first deity, he was Tribhanga Sundara. Ниламадава это было первое божество Трибанга Сундара. He was threefold bending form of Krishna playing his flute. Форма Кришны изогнута в трех местах, Кришна играл на флейте. Исключительно красивая. Beautiful arms, legs, eyes. Прекрасные руки, ноги, глаза. But this form that Vishwakarma had not yet completed didn't even have arms or legs. Но эта форма, которую не закончила вырезать Вишвакарма, didn't have a round head, it had kind of a triangle head. У нее не было даже рук и ног, и голова была не круглая, а какая-то треугольная. But Maharaj Indradyumna, he didn't care. Here is Krishna. Но Махарадж Индрадимна это не волновало. Он увидел, это Кришна. Krishna has come, let me accept his mercy. Кришна пришел, я должен принять его милость. He didn't see any defects. Он не видел никаких несовершенств. To see defects in the Lord, to see defects in the Lord's devotees, to see defects in the process of Krishna consciousness, that's due to your imperfection, not Krishna's. Благодаря своему несовершенству вы замечаете несовершенство в других преданных, несовершенство в Кришне. So he said, "Let me begin the worship of this beautiful deity." И он сказал, так начну же поклоняться этому прекрасному божеству Кришне. And the rest is history. И историю вы знаете. Jagannath Swami has been worshipped for thousands of years in Jagannath Puri. Jagannath Swami поклоняется тысячи лет Jagannath Puri. And by his mercy, he has also come to the west. По своей же милости он пришел на запад. All the ISKCON temples, he has also come to the west. Через храмы ISKCON он пришел на запад. The Brahmanas, so-called Brahmanas in Jagannath Puri, they won't let the devotees into the temple. Так называемые брахманы в Джаганнатха Пури, они не позволяют преданным ИСКОНу приходить в храмы. So Krishna says, all right, I'll leave this temple, I'll go all over the world. И Кришна сказал, ну хорошо, я ухожу из этого храма и отправляюсь путешествовать по всему миру. And now today, just like Maharaj Indradyumna was hankering, we also should be hankering for that darshan of Jagannath Swami. И сегодня, точно так же, как Махараджа Индрадюмна стремился получить даршан Господа, мы должны точно так же стремиться к этому даршану. You can judge how advanced you are in Krishna consciousness by how eager you are to see Jagannath Swami today. Вы можете судить о своем продвижении в сознании Кришны по тому, насколько сильно вы хотите сегодня увидеть Господа Джаганатху. If you're just thinking, oh, Ratha-yatra, nice prasada. Если вы будете думать просто, что на Ратха-ятре будет хороший просад. If you're thinking, Jagannath is coming. Но если вы наоборот будете думать, что приходит Джаганнатха, Prandanahe, the Lord of my life, Господь моей жизни, He's coming today into my life. Он собирается войти в мою жизнь. For millions of all Govinda feeling your separation, I am considering a moment to be like 12 years or more, and tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I'm feeling all vacant in the world in the absence of you. О мой Господь, каждое мгновение разлуки с тобой, каждое мгновение личности, слезы льются из глазных, как потоки дождя, и без тебя весь мир кажется мне пустым. Of course, that's a very exalted stage of Krishna consciousness. Конечно, это уже очень возвышенный уровень сознания Кришны. But at least if there's something in the heart for Jagannath Swami, we know we're making advancement. Но как минимум, если в нашем сердце есть хоть какое-то чувство к Джаганнатхе Свами, значит мы совершаем прогресс. So this is such a wonderful day. Это такой удивительный день. We're being reunited with our beloved Lord. Мы снова встречаемся с нашим возлюбленным Господом. Он так добр. He's so kind that although we've only been his devotees for a few years, he's including us in his pastimes. Он настолько добр, что несмотря на то, что мы являемся его преданными в течение нескольких лет, он принимает нас в свои игры. What have we done? Что же мы такого сделали? Millions of years we were doing nonsense. Миллионы лет мы занимались глупостями. And a few short years, some months, we've been rendering service. И всего лишь несколько коротких месяцев или лет мы занимаемся служением. But he's saying, come on. Но он говорит, ну давай. Come into my transcendental pastime. Давай, принимай участие в моих трансцендентных играх. Join me, Lady Subhadra, Lord Balaram, my pure devotees, and going back home, back to Vrindavan. Присоединяйся ко мне, к Субхадре, Господу Балараме, к моим чистым преданным, и пойдем обратно в духовный мир. How kind is the Lord? Насколько добр Господь? To include us in His most wonderful Shishi Maha Mahotsava Ratha Yatra Festival Konas 1996 Ki! Насколько же он добр, что он позволяет нам принять участие в этом замечательном фестивале. Shri Jagannath Swami Ki! Lady Subhadra Ki! Lord Baladeva Ki! Shishi Ratha Yatra Maha Mahotsava Ki! Shri Prabhupada Ki!
Hare Krishna Mahamantra ki. Shri Chaitanya Charitamrita ki. Nitai Gaur Premanandi. Hare Hare Bo. Hare Hare Bo. Hare Hare Bo. Okay, thank you very much. Большое спасибо. Now we should, I'm sure devotees have different responsibilities. Я уверен, что у преданных есть много разных обязанностей. We're preparing the festival. По подготовке фестиваля. If nothing else, you can finish your rounds. Если у вас нет обязанностей, можете дочитать свои круги. And get ready. I don't know exactly what the program is. I think we're waiting for instruction from our illustrious temple president. Я не знаю точно, что должно происходить дальше, поэтому мы ждем просто наставления от нашего блистательного президента храма Санатаны Дармы Прабху. Когда он даст нам наставления, мы будем делать все, что он захочет. Okay, so let us get ready. I don't know if there's prasad. Хорошо, давайте подготовимся. Будет ли просад сейчас для преданных? Okay, Prabhuji, you can make announcement. Сделайте, пожалуйста, объявление. Later today, we're going to have the wonderful association of His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj. И к нам приедет еще его святейшество Бхакти Чайтанья Свами Махарадж. Who is my very dear friend and very dear god brother. Это мой очень дорогой друг и также мой очень дорогой брат в Боге. Krishna has given me his association for a number of years in South Africa. Я с ним достаточно общался благодаря милости Кришны в течение многих лет в Южной Африке. Also hankering for his saintly association. И также я с нетерпением жду его святого общения. I understand that recently some devotees here were fortunate to take initiation from him. И также я знаю, что недавно некоторым преданным посчастливилось получить у него инициацию. Who are those fortunate Vaishnavas? Кто эти удачливые Вайшнавы? Are they here? Они здесь? They're not here. They're probably in Vilnius with Maharaj. Возможно, они в Вильнюсе с Махараджем. How many devotees? Attending their service. Oh, how many devotees? What's that? Three, five. Hare Krishna.